Так. Скажите, пожалуйста, вот мой сын пришел на экзамен, поступал, все сдал, тих подготовку великолепно, уже готовились. Мы сделали одну вещь. Он писал историю. Закончил солист, но не урочку закончил. Он говорит, товарищ, ну что, академия полиции. Вика, ты закрываешь. Академия полиции. Он говорит, ну поймите, мне ручка закончилась. Ему дали, говорит, да, пожалуйста, на другую ручку. Он стал писать дальше. Ну, поставили плохой оценку. По какой причине? Два ручки. Две, да, две ручки, все, и он не попал. Вот ты пришел на экзамен без кимоно. Я должен тебя наказать? Вы не сказали, это надо только прийти, без кимоно. Я не спрашиваю. Ты же в кимоно. Ладно, ну, где кимоно? Ну вот ты пришел на экзамен, да, без формы, забыл. И пролетел. Вы же прекрасно знаете. Так, теперь, эта оценка влияет, эта оценка влияет вас на, как, на, у вас есть годовую оценку по физкультуре, правильно? Правильно? У тебя какая по физкультуре? Как мне? 9. А если здесь будет 6 или 5, то сколько будет? И при поступлении, как бы, это тоже может учиться. Нет. Правильно? Да. А сейчас? Путина. Когда поступаешь, ты вообще не выйдешь? То есть можно еще диплом, когда еще не надо? Ну, считай. Ну, значит, в поле все. И тогда ты вспомнил. Не хватило балл, блин, поле, не дал балл. И родители пошляли. Так, все. Проверяем. Сейчас. Все, разговоры. Вика, закончили разговор. Так, Нигай, уволен. Леон, уволен. Руссу, Аделин. А Печуркиваешь? Все закончили, я сказал. Насчет тебя. Это что за 3.25 по физкультуре? 3. Чемпионка республики. Что? 3.25. Что это? Оценка у тебя по физкультуре. У меня 9 по физкультуре. Какая у тебя 9? Вот пришла сегодня этот самый Давнодайная и сказала, Алексей Анатольевич, вам не стыдно? Ваша Валерия имеет 3.25. Я не знаю. Вот узнаешь, когда будешь пересдавать физкультуру. А я не... Ну, про вас ничего не говорили, а про нее сказали. Здравствуйте. Вы, пацаны, сколько времени? Идите ко мне сюда. Держи. Ну, вот палка. Нет, палки нет. Вы, это экзамен. Это экзамен для паса. Поворачивай. Снимаем, да. Нахали вперед. Ай, хорошо. Что нравится насилие детей. Вот так. Все, закончили разговоры. Горячие. Вы какие вы, блин, придурки. Я вам другое сказать не могу. У вас экзамен. И вы вот так на этот пришли. Вы так и на следующий придете. А у вас бакалавр. Ты забудешь ручку. Ты еще что-то забудешь. Вот посмотри, вот стоят два парня классных. Кто? Вот они. Посмотри, тихо, спокойно, проблем никаких. Только вот вам говорят, вот это вот красавица, здесь одна проблема, вот вторая проблема. Понимаешь? Вот посмотри на них и веди как они, у тебя все будет отлично. Задрали уже, блин. Да вы сейчас такие радостные, когда придете на экзамен, что-то забудете. Я посмотрю, какие вы радостные будете. А когда идешь куда-то на экзамен, всегда дрожишь.
А есть такая привычка. Так. Бурьян выгнали. Васильев ушел. Карла Виктория. Президент. Григораш Валерия. Президент. Короленко Сергей. Попе Георгий. Президент. Жириковский Мария. Президента. Данила Михайлов, он не сдает, потому что 12 класс он уже сдал, поэтому я его... Так, Негруц Алексей. Президент. Бурдушев Владислав. Президент. Марта Луча. Он... Марта Луча. Он... Нету, не присутствует, он обязан быть здесь. Горобика Мирослав. Нет. Да, что там нибудь. Друца Владислав. Брепелец и Каролина. Президент. Пушка Кристина. Президент. Да. Дрони Пегович. Президент. Вобот Александр. Выгнан. Мырзенко Мариус. Нет. Да Брожан! Ручка от унитаза. Встал туда, к нему ноги, а мы на экзамен, дядя. Ты знаешь, что сейчас должны из министерства подойти? К нему ноги, мы, цыган. Унику брыл. Баклан, да. Где твой? Почему? Подвиги волнуются. А меня это волнует. Эй, ты куда пошел, дядя? Встань туда. Сыр Бухтин. Выгнали. Как учились, так и этот. Просто я вам скажу, те, кто, кого я хотел, чтобы выгнали, их не выгнали. А выгнали других. Чубук Марин. Тоже решил. Сыр Бондрей. Вискун Денис. Викал Мадалена. Викал Мадалена. Викал Мадалена, встань! Ходи справа, ходи сертификат, что ты болела. Ходи. Ты больная? Как нет? Ты же мне написала, что ты болела. Как? Уже вылечилась? Но если болела, должен быть сертификат. Садись. Иди сюда. Что это тебе здесь на руке? Что это? Золото? Кимоно в моей царами купите. Ставили барышка. Так, значит, еще раз. У вас быстро разобивается. У вас 5-6 минут. Первое, что акробатика. Значит, еще раз, у кого формы нет, я хоть сегодня отыграюсь. У кого формы нет, значит, 2 балла ниже. Справедливо? Да. Справедливо. Вот посмотрите опять. Опять. Георгий призывает республику. Аделин, ну, с ними хорошо работает. Вообще ни слова вы еще от них не слышали. Вот мы, вы все смеялись, они стоят все спокойно. Так, все, мы же говорим, кувырок вперед, затем минуту бросаем. Минуту бросаем. После этого что у нас? Перевороты на Борцовском мосту. Значит, эти перевороты на Борцовском мосту, кто поступает в институт физкультуры, на любой факультет, там вольники, в основном преподаватели Лукта-Либеры. А Лукта-Либеры там все. И они знают этот момент, что дзюдоисты, самбисты делают плохо, и они делают этот тест, и все, и самбисты, дзюдоисты нафиг, и они вольников набирают бесплатно. И все, эти учатся. А самбисты, дзюдоисты как бы не очень это. И... Все, вопросы есть? Нет? Оленеля? Трек? Трек? Направо. Оп, бегом, все поширазминается. Еще раз, Мадалена, я не могу без правки тебя. Ты же написала, что ты больная. У меня в этом есть что-то больная. У меня в обеих есть что-то больная. Я не могу больную девушку допустить до этого. Я не могу тебя, а вдруг у тебя смерть нашел, вдруг ты умрешь. Ты же написал, что ты больная. Так что, сиди, и чертификаты, и молодал, и оставил его, и ушел. Я тебе принес, Тима, принес специально для тебя. Дал тебе,
Кимоно. Не добавила Кимоно. Его бросила там на соревновании. Ушла. И подошла, сказала, тебе Анатолич. Положила его, Анатолич, вот Кимоно. Вы мне давали. Кристина. Я его бросила, его там бросила, ушла. Это Кимоно? Эй, иди сюда. Я? Да. Куда? Ты иди сюда. Я пошла. Кто считаешь? Раз, два, три, пять, шесть, восемь, иди сюда, подними меня, пожалуйста. Подключи. Пошли, разминаемся. Да. А ты знаешь, что надо с ушей снимать сережки, нет? Чтоб там у меня могут возникнуть проблемы, как у тренера. А вы не нашли лежалки с таблетки? Потом будешь искать. Хорошо. Где ты его оставишь? У меня пошло. А? Валяк, у меня пошло. Значит, попался. Все, закончили разговоры. Пошли на месте, пошли, размялись. Все, закончили разговоры. Я сказал, закончили девочки разговоры. Вика, иди сюда. 30 приседаний. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Валерия, я не понял. Десять. Что ты отвлекаешься? Разминайся. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Виском, Денис, класс. 6Б. 6Б? Да. 6Б. Так. Едет, Вероник, какой класс? 9Б. 9Б? Б. Кто в 9Б еще учится? Я. Так, Бурдужа. Леша. Так, кто еще? Нет, Гуд. Я. Алеша. Сергей Анатольевич? Да. А где администрация? Вопрос. Она по пути. Thank you.
Ну мне сейчас знаешь где? Сейчас тебе скажу, они под Идушином. Они у Виктора Чебана. Ирсан, я тебя прошу, сходи вниз. Если там есть вот Наталья, да? Попроси, чтобы сюда пришел этот человек или нет. Нужно. Нужно. А? Где Наташа? А, хорошо, ты посмотришь, сейчас вам скажу тогда. Сейчас я запишу всех. Так, не берутся Алексей. Кто еще в девятом Б? Кто в девятом Б? Где его нет, я не могу просто поставить. Никто больше, все. Так, девятый А. Кристина Пушка. Ага. Берутся. Так. Припелиться, берутся. Каролина. Припелиться, Каролина. Кристина. Кто еще? Я. Вы есть. Кристина есть. И Влад есть. Так, десятый А класс есть? И домашний телефон. Десятый А. Доброжелание. Есть, так, да. Доброжелание. Доброжелание. Да? Извиняюсь. Разминаемся. Десятый А. Все, да? И больше никого из десятого сегодня нет. Так, десятый Б. Еще в десятый есть кто-то? Ага, Аделин. Аделин. Десятый Б. Все, да, десятого Б, все. Так. Одиннадцатый А есть? Я. Ага, значит так. Лампы и гараж. И этот Машенька. А я уже записал, да. Кого? Тебя записал. Значит так. Стоп! Стоп! Все тихо! Разминайтесь! Шпагат делаем! Значит так, шестой Б, да? Шестой Б Вискун. Те, кто есть, 9 Б, Дроник Куртужа Негрутца, 9 А, Друца Каролина Кристина, 10 А, Доброжан Церна, 10 Б, Иосиф Аделин, 11 А, Карлан Григораш, Карленко Опря, Мария Женихоз. Все есть, да? Все, так, все, пошли кабатико, время не ждет. Юрий Александрович. Сейчас я включу камеру и пойду за администрацией. Иди сюда, Денис. Дай мне камеру сюда, что ближе. О, все. Сейчас вы будете пока готовиться, а я сбегаю, попрошу, чтобы пришел из министерства. Еще осталось минута у вас. Все. Все, закончили. Да.